Я всегда знал, что однажды бражник поймет, какой огромной силой он обладает. Этот день настал, Маринет. Маринет Дюпен Чен, ты должна выбрать союзника, который будет сражаться с тобой плечом к плечу. Когда миссия закончится, ты заберешь у него талисман и принесешь мне. Забирай все. В этот раз тебе пригодится любая помощь. Нет, Тики, сейчас чем меньше, тем лучше. У меня не будет времени объяснять все по новой. Мне нужны союзники, которые уже знают, что делать. Позволите, мастер? Тебе нужны талисманы, бражник. Значит, их ты и получишь. Суперкот! Я бы не пропустил такое веселье, миледи. Тем более столько гостей. Сколько? 1, 2, 3... И не сосчитать. Похоже, бражник решил собрать целую армию. Это не страшно. Я хочу сделать то же самое. Миледи! У меня для тебя задание. О! Когда это закончится, клянусь, я приглашу тебя в кино. Нет, это я приглашу тебя в кино. Аля, Нину, вы ведь любите боевики, да? Леди Баг? Настоящая Леди Баг? Простите за то, что я собираюсь сделать. Я понимаю, что раскрываю ваши личности, но у меня нет времени искать оправдания и вызывать вас отдельно. Рина Руш и Карапас. Вы оба мне нужны. Ты Рина Руш? Естественно. И ты мне не говорила? Такое принято держать в тайне. Трикс, дай лапу! Просто потрясно! Ты разве не удивлена, что Карапас — это мой я? Мой милый наивный мальчик, перевоплощайся! Дружище! Весь панцирь! А я уже начала волноваться, почему ты так долго. Что? Леди Баг отправила помощника? Знаешь что, я найду для Леди Баг новую Леди Пчелу, получше. Ладно, тебя. Согласна, давай уже, пора приниматься за работу. А волшебное слово? Да всем известно, что это слово «вращайся». А, ты про это слово? Не мог бы ты отдать мне талисман, Суперкот? Пожалуйста. Прости, я что-то не услышал. Пожалуйста. Здравствуй, миледи. Полем, вращайся. Почему просто не навязать им бой? Мы не победим их, пока не узнаем, что задумал бражник. Удачи тебе, бражник. Леди Баг, Суперкот, преклонитесь пред моей армией и признайте, что в этот день бражник вас победил. Ха! Я же вам говорила, если этот трусишка с ними общается, значит, Букашка и месье Усатик рядом, и они на стороне добра. Да, Леди Баг, Леди Баг! Не слишком зазнавайся, бражник, ведь я ужалю по-больному. Всего-то по 10 злодеев на каждого из нас. Кто возьмет бражника, можем решить в камень, ножницы, бумагу. Я тебя прикрою. Нет, это я тебя прикрою. Да нет, я тебя. Нет, я тебя. Нет, я тебя. О, нет, я тебя. Нет, я тебя. Ну, какой у героев план, миледи?